ТОС – одна из наиболее эффективных норм организации активных жителей для решения проблем конкретно взятых дворов. Благодаря каким программам удается облагородить общественные места? О положительных примерах работы ТОС говорим в программе «Совет моего дома» 3 мая в 19:30. Гости в студии – Дмитрий Пикулык, председатель Совета ТОС «Перспектива», и Елена Большакова, председатель Совета ТОС «Мичуринский».